Днепропетровской области количество предприятий, которые задолжали своим работникам, растет с каждым днем. И это касается не только крупных заводов, но и мелких фирм. Что делать и куда обращаться, если вы оказались в подобной ситуации, мы спросили у экспертов. Оказывается, органы, которые должны следить за соблюдением закона о труде, выполняют свои функции лишь формально. Влиять на работодателя-должника законными методами можно. Право на оплату труда украинцам гарантирует Конституция. Санкция за такое нарушение в виде штрафа от 510 до 1700 гривен. В соответствии со 175 статьей Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность за умышленную невыплату заработной платы. Тут уже санкции от 500 до 1000 необлагаемых минимумов. Но прежде стоит приложить немало усилий, чтобы доказать неправомерность действий работодателя. Добиваться справедливости можно следующим образом. Прежде всего, наверное, стоит обратиться в профсоюзную организацию. Следующий момент имеет смысл обращаться в органы внутренних дел. А вот прокуратура в этом вопросе не поможет. Сегодня в связи с тем, что прокуратура не осуществляет общий надзор, жаловаться в прокуратуру не имеет смысла. Утратила свои полномочия не только прокуратура. Вот уже больше года, как инспекция по труду теоретически прекратила свое существование. Но вот фактически... Официально нас не закрыли, но 80% людей выгнали за свой счет. Все остальное проверяется в рамках ЕДР. Штата как такового нет, проводить проверки уже не имеют законных оснований. Тогда остается загадкой, что входит в функции начальства, которое осталось при своих должностях. Згідно з інформацією Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області, з червня 2015 року по теперішній час Територіальна державна інспекція перебуває на стадії припинення юридичної особи. На поточний час в її складі перебуває дві службові особи – начальник та перший заступник начальника інспекції. Избежать забастовок и митингов помогли бы изменения в законодательстве. Недовольных и безденежных стало бы меньше. Бывает ситуация, когда предприятие ликвидируется, но активов его не хватает для того, чтобы полностью рассчитаться, по крайней мере, по долгам по зарплате. Со статистики эта задолженность снимается, а люди остаются без выплаты зарплаты. Поднимался вопрос о том, что должен быть создан фонд специальный, государственный, общенациональный, из которого в таких ситуациях нужно с людьми рассчитывать. А пока ситуация катастрофическая. Более 2 миллионов гривен по Украине недополучили за свои труды. И это только официальная статистика. На самом деле задолженность в разы больше. Оказывается, что если на предприятии работает меньше 10 человек, то это не люди. Их можно не учитывать. Если есть долги по зарплате, то этих 10 человек можно не учитывать даже в статистике. Или если полтора года не выплачивается зарплата, и за это время не посадили этого директора и не поменяли его, и не выплатили зарплату, то тогда это предприятие тоже выпадает из статистики. О том, что в системе сплошные недочеты и не в пользу работников, недавно заявил даже премьер-министр. У нас на порядку денному в целом реформування системи оплати праці. Чого в ній не вистачає? В ній не вистачає справедливості. Я доручив Міністерству соціальної політики разом з керівниками обласних державних адміністрацій та правоохоронними органами невідкладно скликати комісії щодо погашення заборгованості з заробітної платні. А за задержки виплат Арсеній Петрович предложив активно привлекати к уголовній відповідальності. А те підприємство, яке ухиляється від виплати заробітної платні, повинно понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Что ж, сдвинется ли ситуация с мертвой точки, посмотрим. А пока людям ничего не остается, как добиваться честно заработанных денег уже привычными методами – судами, митингами и забастовками.